Баба в желтом. Эпизод фиг знает какой уже. Я уже не знаю, кто из нас за кем присматривает, но ощущение, что он за мной. Здорово, лысый аппендикс. И где ты? Аппендикс? Не рано ли ты начал к Новому году? Ёлка уже стоит. Уже на стол накрыл, посмотри, картошку нечищенную, хозяин. А где ты сам? Хотя дай угадаю. Это какая-то здоровая задница лежит. Не по... Пацан. Где этот полированный затылок? Я его не наблюдаю. О, добрый день. Это что у тебя тут, камин для бедных? Понятно. Весело, задорно. Лучше бы включил здесь. Ясно? Вот эту фигню всю вырубай свою. Обожжешься. Никаких тебе картинок с огнем. Что у нас с тобой сегодня? Какие мероприятия? Возьмите индейку в холодильнике. Ну, это скорее всего мне, потому что только можно бутылки сосать с молоком. Жесть, конечно, у тебя порции растут с каждым днем. Чё ты орешь? Не нравится огромная жопа с лапками? Скорее всего, просто она не готовая. Да чё орёшь? А, сначала надо приготовить индейку. Я бы тоже орал, если бы мне перед лицом положить. Ирод, блять, окаянный шерстяной. То ходил орал, а теперь такой. Подрачу-ка я стол. Точнее, когтеточку. Смотри, такую огромную жопу. Да потише себя веди. Сейчас приготовим. Четко. Фаршировать индейку чем-нибудь. По бабушкиному рецепту. Гриб, лук, кот, хлеб. Падет. Добавьте украшение на елку. Что ты флексишь, доктор Плющ? В натуре плющит, что ли? А что, она не украшена, что ли? Красивая елка. Куда красный? Сюда? Ниже? Выше? Сюда? Ты помогать будешь, нет? Или вниз ее? Куда? Улыбается как. Сорян. Что такое? Так, не понял. Началось. Где ты сидишь? Проебался куда-то. Слушай, не готовы еще, ну слышно же, запищит. Пошли наряжать все. Хватит за мной ходить. Сиди, контролируй процесс. Пойдет? Зеленый сюда нормально? Желтый здесь? Ага. А твоя лысина не хочет пойти помочь, например, с елкой? Хорошо, охраняй курицу. Никакой помощи в этом доме, конечно, не дождешься. Желтый, фиолетовый, зеленый, красный. Нет, мне нравится все. Я хочу... О, это было красивое. Ладно, найдем еще раз. Не понял. Проебал красивую. А чё, они больше не вешаются, что ли? Нужна звезда. Возьми звезду на чердак. Букву Е никто не любит, я понял. Здесь же чердак был. О, правильно, это дом уже мне как родной. Жуткий, стрёмный. Чё, звезда, привет. Это мне подарок? Скоро. Ну понятно, до Нового года не открывает. Всё как обычно. Пим-пим-пим-пим. Перепим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Чё там за дичь? И чё ты наделал? Чё сидишь, туши? Чё жать, а чё он не работает-то? Туши баллон, туши. Есть какие-то идеи, может быть, нет у тебя? Нужно извлекать из этого выгоду какую-то. Можно хлеб пожарить. Может быть, есть какой-то другой противогаз? Чё ты делаешь? Какой ракомакафо? Как? Как его туда начало подсасывать? Как он это сделал? Почему они все ходят мимо моей ноги и нюхают? Буду пора носки поменять, да? Наверное, да. Слушай, завязывай, все, урок ОБЖ, короче, смотри. Тут надо дернуть чеку и все просто. Что, остался один кот от... А где малой? Малого пристрелила нахуй, походу. Курица обвеснушилась. Утка. Блять. Боже мой, какие кончены. Индюбка. Курица, лодка. Индюбка. Боже мой, индейку хочу. Вообще не вкусно. Она либо ракамакапака. Сука, обдрысталась. Нет, обговнилась. Индейка кайф получился. Обындюшилась. Да нет же вроде, обнастилась. Обшнырялась. Что? Какашики! Какашики и через вентилятор на тушку ебанули. Ты про веснушки? Да, вот, только что говорил, забыл уже. Же говорю, обнастилась. Внезапно, окей. Куда его втоптало? Ну ладно, малого нет, зато посмотрите, какие копченые булочки курочки. И главное, все мне.
чё ты? Ты чё, в одну харю, что ли, спиточил? Ещё и обдристался. Ну, конечно, тебе ж нельзя такое, тебе только молоко сосать. Тебе повезло, у нас на ужин осталась кошка. Либо ты, лысый жмот, фаршированный говном. Отнесите малыша на перинальный стол. Да начнутся цыганские фокусы с трусами, да? Все твои приколы уже знаю. Оба! А где трусы? Трусы где? Найдите рождественский костюм наверху, прям на обосранную жопу. Это тебе в наказание. Будешь ходить красивый, но вонючий. Это он? Оля-ля. Шапка позора. Поздравляем, теперь ты клоун. Не хватает красного носа. Приготовьте еще один рождественский ужин. Какой тебе еще ужин? Дай кошку. Возьмите еще индейку в холодильнике, там что была... Индейка, я понял. Опять здоровый холодос. Что это за... Ой, как я увернулся. А зачем ты такой агрессивный? Понятно, ай. Кусок агрессивного пломбира. Думаешь, только ты можешь в снежки играть? Самый странный поход на кухню. А, да? Ты в курсе, что у тебя соседи в холодильнике живут? Кошку давай дай. Индейка мне. Чё там, сидишь? Подарки? Это мне надо. Что там, планшет Apple? Нет, такое мне не надо. А вот... У него пружина в жопе, я бы его не снимал. Можно это обратно как-то закрыть? Какого вообще фига? Ты понимаешь? Нет. Там даже показано, как его убрать, смотри. А можно это обратно? Смотри, как убрать. Вот так. Вот так вот его. Вот так вот его убрать. Так. Как-то закрыть. Какого вообще фига, слышишь? Ты думаешь, это такой подарок? Только попробуй опять сожрать. Даже не думай. Все, вместе за стол сели, поели. Ну-ка прекратить магию вне Хогвартса. Гандон. Спасибо, накормил. Какие тебе подарки? Подарки для хороших мальчиков. Для меня, значит. Машинка-трансформер. Что здесь? Ух ты! Чё ты всё обламываешь? Весь праздник портишь мне. Опа, мяч-попрыгун. Там потом наверху его и найдёшь. Волына! Уложите малыша! Охуенно совпало. Руки вверх. Вас уложили, хедшот. Фараон. Чё, самый взрослый, что ли? Фараон. Типа борода. Бля, здесь Сигу взял зубы. Мама мия, что ты себе позволяешь? Ладно, идём спать. Выпросил подарки пораньше, такой довольный деловой. Да что не так? О, нужную игрушку. На кошку. Ну правильно, с едой не играются. Ну, ёбан, во, волына, чёткая игрушка. Зацени. Да какого? Транквилизатор. Дал спать. В глаз. Успокоился? Ах ты ж гнида. Сейчас принесу что-нибудь другое. Во, идеально для тебя игрушка. Такая же лысая и неуловимая. Ау. Класс, лови теперь его сам. Я не знаю, но что может быть? Баран какой упертый. Будешь спать с печеньем. Печенька не согласна. Плюща? Серьезно? Ну я не осуждаю, это твой выбор. Спокойной ночи. Что там за звуки? Заперся еще, ты что там с доктором делаешь? Посмотреть телевизор на диване. Очень класс, очень релакс. Что? Там мы тебя звали, слышишь? Мы уже все съели. Кошка, извините. Какого хера ты меня натоптала здесь? Стоять! Индейки все равно нет. Да ты полезла. Ну-ка отошла от моего подарка. Ну и что ты здесь расселась? А так это окно, типа? Мне хотели подарить окно? Да ёпта. Оно засасывает меня? Лысый, дай ногу срочно! Помоги, лысый! В смысле это всё? На самом интересном. Жучара. Спасибо за просмотр. Ой.